Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям с профессиональным праздником. Александр Лукашенко отметил, спасатели первыми приходят на помощь попавшим в беду людям. Сотрудники МЧС демонстрируют преданность своему делу, мужество и отвагу в самых трудных и опасных ЧП, подчеркнул глава государства. Православные христиане отмечают Крещение Господне. Праздник начался еще вечером 18 января. После литургии в храмах прошло освящение воды. Бобруйске купили, подготовили в районе грибной базы и на втором городском пляже. Окунуться можно до 22 часов. На местах дежурят медики, водолазы и сотрудники Красного Креста. Министерство образования утвердило спецификацию централизованного тестирования. В частности, теперь у абитуриентов есть больше времени на решение заданий по физике и математике – 210 минут вместо 180. Изменения начали действовать уже на втором этапе РТ. О фактах несвоевременных расчетов по зарплате можно сообщить в Комитет госконтроля Могилевской области. Горячая линия будет работать 24 января. Только в прошлом году за соответствующее нарушение к административной ответственности привлечены 24 организации и 80 должностных лиц. Без малого 370 гектаров леса придется вырубить в Могилевской области. Эта мера необходима в качестве устранения последствий ураганного ветра прошлой пятницы. Поврежденные деревья будут в дальнейшем реализованы. Затем на пострадавших территориях будет проведена высадка новых лесных культур.